Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 2 на странице 87. Прочитай, что обозначает каждое слово. Уголки – угольки. Шест – шесть. Банка – банька. Мел – мель. Итак, уголки. Угольки – это полезное ископаемое, используемое как топливо, уголь. А уголки – это место, где сходятся стороны какой-то фигуры. Шест – это палка. Вот на рисунке мы видим эту палку. Шесть – это цифра. Вот она. Банка – это стеклянная посуда. Вот она. А банька – это помещение, где парятся или купаются. Вот банька. Мел – это известковый камень. А мель – это место в море или другом водоеме, где мало воды. Мелкое место называется мель. Какими звуками они различаются? Уголки, угольки различаются звуками л, л, шест, шесть, звуками т, ц. Банка, банька различаются звуками н, н. Мел, мель звуками л, л. Как обозначено на письме мягкость согласных звуков? Мягкость согласных звуков обозначена на письме с помощью мягкого знака. Спеши, подчеркни мягкий знак и букву перед ним. Итак, давайте запишем эти слова. Уголки, тире, угольки. Подчеркиваем мягкий знак и букву «Л». Следующая пара слов. Шест, шесть. Шест, шесть. Подчеркиваем мягкий знак и букву «Т». Букву «Т». Следующая пара. Банка, банька. Банка, тире, банька. Подчеркиваем букву «Н» и мягкий знак. Мел, мель. Мел, тире, мель. Подчеркиваем букву «Л» и мягкий знак. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.